Тайгуин. Вы мне эпично поломали сука, она у меня теперь вообще ничего не... Алх, по-моему, это, кстати, Лоля. Твою мать, если она улетает высоко, значит, это Лоля. Не, у нее ник Тайгуин. А так он не может со своего компа играть, он играет с ее компа. А, ну логично. Это да-да. Не ходи. Но судя по тому, как оно играет, то это Лоли. Короче, Шифти тут такой чуть ли не горфик там пока. Ну вот разок, наверное, ножи попался. Хелбар. Бутылка. Шифт тоже познакомился с этой Лолей. Шифт моя Лоли, не отдам. Я ее первый нашел. О, вот и Russian Reset. Короче, она, да, это Лоли, она стоит в блоке и как-то вообще никак. Сколько у тебя этих Dragon Punch'ей? Нахрена их так много? 4. Эпично. Брумрайт, брумрайт, брумрайт. Ну, это будет быстро, судя по всему. А, ух ты, ёшкин кот! Зачем я это сделал? Да, да, она улетает в языка за экран, чувак, это Лоли. Вообще не, нету этих самых. Брумрайт. Шифт станет известным на весь стрим Яшу. Он эпично забьет эту сакую. Драгон Панч. Хлобы! Веник смерти. Это был первый только из двух. Окей. Сейчас интересно, кто будет во втором. У меня экран эпично завис, когда шифтер получает от ножей Саку и 4700 дамага. А, я, кстати, вроде нажал грейс, но почему-то... Ты это не сможешь загрейзить. Точнее, у тебя спирита не хватит. Да? Ой, сейчас будет ремилия. Ну... Да, тут без разницы, на самом деле, кто там будет. Ну да. Шип дойдет до финала, а не, у тебя же Кенуто на это. У меня Кенуто, че, какой финал? Ну там еще Ultimate Action, ну мало ли. На Ultimate Action не знаю, кто это, поэтому... А Кенуто, да, он меня точно порвет. Эмилия, Эмилия. Ну. Что-то она сидит, вообще ни хрена не делает. О, во. Опа! Видишь, он... Вау, шиф! О, слушай! Оно выучило 2-2! 2-2-C! Это как Терикс говорит, 2-2-B во все поля! Да, 2-2-B, больше для ремилии больше ничего не надо. Только 2-2-B. Опа! Шиф такой не ожидает. Давай, ладно. Бутылки. Ну, пни еще одну, что ли, бутылку под него. Хардбрейкер. Там народ, наверное, усывается в этой жилке. Что вы творите? Вообще. Вот точно, народ уже усывается. Сок лобби геймплей. Там истерику народа выпьет. Чуваки, вы прославили. Лазером, я лазером. Народ просто сыток. Мастер Спар! О, spin the bottle, the game! Ну, бачи, такое, что я смотрю, эпик фейспалм! О, ёшкин кот! Кого же? Бачи, бачи истерику уже, он кавсу начал писать. 2-2-C, и больше нам ничего не надо. Да, ну вы, блин, на весь стрим и на всю эту прославились. Давай, накопи на Blazing Star и эпично. Эпично слей его, да? Ну вот поймай, когда она будет на 2-2-B, и того самого. А Blazing Star не грейдит, да? Нет. Лочится, правда, но я думаю, тут блока не будет. О, все, давай, давай, лови, лови ее сейчас, как она подпрыгнет на экран. Не
Шаял, он дает плохие советы. Ну, типа, смотри, комменты. This Mario is a третья сторонка, maybe better than that Mario. Шансон, плейте. Вы взорвали пирки, я вас поздравляю. Самая лузовая игра этого турнира. Это чувство, когда тебя смешит абсолютно любое движение. Не, ну это пипец. Remis, diet, I'm so glad for the match. Вот тут уже капс у всех пошел. Делай так еще раз. Шиф, ты что творишь, а ты зачем бьешь Лоли? Эпик Win. Эпик Win. It looks like a tour present RPG. Бьют друг друга каждый ход. Ты взорвал этот чат. Это путь к успеху. Нужно больше таких матчей.